зовут Арам Мунаян. Я родился в 2005 году. В 6 лет я пошел в школу, и как всем детям, мне было трудно присоединиться к школьной жизни. Я учусь в школе Махайзаш Сабастаси. Я делаю уроки с помощью нетбуков. Вот мой нетбук. И я рассказываю, что я могу. Через 4 лет учебы я смог самостоятельно с помощью компьютера делать все. Я не боюсь трудностей, потому что человек без трудностей не может двигаться вперед. Сегодня я могу самостоятельно создать мое будущее. Я очень люблю футбол и хочу стать футболистом.